В Омске на железнодорожной станции вагон с аммиаком сошел с рельсов и загорелся. Возникла угроза взрыва и химического загрязнения. Возможное ЧП удалось предотвратить силами представителей РЖД, полиции и МЧС. На месте работали несколько бригад пожарных. Одни тушили очаг возгорания, другие охлаждали ближайшие цистерны. Все работали в защитных костюмах в условиях, максимально приближенных к реальным. Огонь удалось потушить после приезда пожарного поезда. Спасатели из формирования «Днепр» залатали пробоины в цистерне и при помощи ограждающих бонов предотвратили дальнейший разлив аммиака. Спустя 30 минут цистерну удалось поставить на рельсы и расчистить железнодорожные пути. Всероссийская тренировка по гражданской обороне длилась около 2 часов. Впереди у спасателей еще 2 дня учений.